Мы сегодня будем говорить о горосполкоме, то есть о городском самоуправлении, которое является частью, неотделимой частью бытия Николаевской городской общины. В общем-то, городу Николаеву повезло в том плане, что он появился тогда, когда императрица Екатерина II издала свой знаменитый указ от 21 апреля 1785 года, который так и назывался «Грамотам привилегии городам Российской империи». Вот по этому имперскому указу каждый населенный пункт, который имел статус города, должен был управляться выбранными людьми, выбранными из состава городской общины. Кто имел право выбора, право выбирать и быть избранным? То есть люди, которые владели движимой и недвижимой собственностью на территории города. Поскольку Российская империя – это многосословное общество, это, так сказать, одних там крестьян, государевы, поссионные, помещи и так далее, 6 категорий было. Было 2 категории ремесленников, были гильдейские купцы, первая, вторая, третья гильдия, соответственно, своим капиталом. Были военные, были почетные граждане, ученые, художники, так сказать, тоже чуть попозже, с 1830 года. То есть весь этот слоеный пирог каким-то образом, так сказать, должен был участвовать в выборах органов местного самоуправления. И вот Николаев первые 9 лет, он управлялся не выборным органом, а ратушей, то есть людьми, назначаемыми сверху. И лишь в 1797 году, когда, так сказать, город уже обладал статусом города, были проведены первые выборы в городской магистрат. Ну, первая дума была шестигласная. Шестигласность, то есть шесть человек, а в городе жило тогда 21 тысяча населения всего. Вот эти вот 6 человек, они занимались городскими делами. Соответственно, структура тогдашней городской управы, магистрата. Все очень просто. Это отдел ревизский или паспортный, отдел квартирный, постойный, отдел хозяйственный, отдел, так сказать, отдел по продаже билетов на получение воды в Спасском водопроводе. Да, был такой. Отдел налогов и сборов, то есть вот все повинности, все торговые сборы, так сказать, все налоги проходили, так сказать, через это городское присутствие. Таким образом, вот эта вот простая структура, она, ну, действовала довольно-таки эффективно. Как только прошли первые выборы в городскую думу, был избран городской глава, если мне память не изменяет, это Петр Турчининов, первый городской глава у нас был. Сразу же начались конфликты между военным губернатором, то есть главным командиром Черноморского флота и портов, так сказать, и городской думой. Военный губернатор Николаев обладал неограниченной властью, и почти все поколения военных губернаторов, которые были, они рассматривали городскую думу как подсобный инструмент для совершенствования береговой инфраструктуры Черноморского флота. Вот в нашем городском архиве есть масса документов, когда, ну вот, которые свидетельствовали о том, что городскую думу вообще не ставили, то есть ниже плинтуса она была. Вот мне вот запомнились два документа. Первый – это когда гласный городской думы, депутат Никита Белянин был такой, он пишет, по-моему, в 1831 году. Он пишет военному губернатору жалобу о том, что флотские интенданты вычерпывают муниципальные колодцы до дна. И поэтому городская казна
не получает водяной налог. Естественно, так сказать, эта жалоба осталась без ответа. Далее там еще круче. Во времена Грейга там началось такое. Вся городская территория была поделена на, так сказать, муниципальную, то есть городовую часть, и флотскую. И вот Грейг расчистил место от свалки, так сказать, вот здесь, на набережной. Посадил там какие-то деревья и предложил гласным городской думы выкупить эту землю у морского ведомства. Естественно, депутаты были заняты тем, что пытались организовать в городе какие-то начальные учреждения для детей, потому что кроме штурманской роты ничего не было. Все деньги уходили туда. Естественно, они сказали: нет, мы не будем брать этот бульвар, выкупать у вас. Грейг сделал вообще круто. Он взял всю городскую территорию, в смысле, всю флотскую территорию прибрежную, так сказать, вот Южного Бога, Ингу, он просто забрал, так сказать, насовсем в морское ведомство и лишил город 5500 десятин земли. Когда уже, так сказать, все опомнились и стали там подавать в суды, бесполезно. То есть эта земля на 60 лет осталась за морским ведомством. Лазарев вообще был, по-моему, самый крутой губернатор, который ни во что не вставил городскую думу. Он не обращал внимания ни на какие постановления, распоряжения и оперативную деятельность гласных. Он еще, так сказать, публично запретил всем депутатам городской думы, так сказать, посещать благородное дворянское и офицерские собрания в городе. То есть вот запретил приходить и все. Вот не положено тебе по сословному статусу. До свидания. Будь ты там купец там, первой гильдии, у тебя 2 миллиона там состояния. Вот не положено и все. То есть вот это вот постоянное деловое, эмоциональное унижение местной городской власти, оно привело к тому, что за 100 лет вот сложилось такое вот... Вот не за 100 лет, за 70 лет. Такое пассивно-апатичное отношение выборных лиц к решению городских проблем. В 1851 году состоялись очередные выборы в Николаевскую городскую думу. То многие депутаты уже совершенно на автомате. Вот их выбрали 6 человек туда. Они туда приходили решать свои дела, искать, требовать себе каких-то преференций. Вот моментально, как только они собрались в 1851 году, они потребовали от губернатора Морица Берка, чтобы их освободили всех от постойной повинности. И освободили от налога за постойную повинность. То есть, если ты не хочешь, так сказать, содержать военных у себя в доме, там, в квартире, то плати какие-то отступные, так сказать, и... Будешь жить свободно. Если у тебя нет денег, значит, вот терпи военных, терпи лошадей, там, корми их там, и так далее и тому подобное. Плюс ко всему, они потребовали для себя, так сказать, отмены налога, потому что все гласные платили налог в пенсионный фонд для сирот и вдов военных. Было такое. Они потребовали отмены этого налога и отменили благополучно для себя любимых. То есть, в принципе, ничего не изменилось тут по сравнению с сегодняшним днем. Здесь тоже какие-то преференции, но, так сказать, тоже другого характера. Апатия и нежелание решать актуальные городские проблемы очень хорошо, так сказать, иллюстрируется в губернаторство Николая Андреевича Аркаса. Вот при нем, а уже тогда вышло новое городовое положение 1872 года от императора Александра II. Численность гласных 6 человек увеличилась до 72, то есть их стало 72. Но они для себя, вот выборные лица, для себя это, так сказать, возвели в такую непосильную нагрузку, что они просто не посещали заседания, не было кворума. То есть вот, там, допустим, нельзя было проголосовать за то, чтобы, так сказать, начать освещение городских улиц или там замостить там какую-то там
городовую часть там, или там, портовую часть и так далее. То есть вот мелкие городские проблемы, они оставались нерешенными годами. И вот Николай Андреевич Аркас, поскольку был, так сказать, человеком очень решительным, ему это все надоело. И в 1872 году на очередных выборах, когда никто не пришел голосовать за избирателя, вернее, пришло такое малое количество людей, что выборы, так сказать, были признаны несостоявшимися. Он объявил вторые выборы через 10 дней, опять никакого эффекта. Ну, не идет народ на выборы, и все. Все знают, что это бесполезно, что все решает губернатор, городская дума не решает, зачем ее выбирать. И тогда он своим губернаторским указом, так сказать, распорядился всем, так сказать, владельцам недвижимости в Николаеве, которые обладают правилом выбирать и быть избранным, за неявку на избирательный участок платить 5 рублей серебром штрафа. Бешеные деньги, две коровы. И все равно не пришли. Платили штраф и не приходили. Такая апатия. Она сопровождала городское самоуправление вплоть до того, так сказать, пока не рухнула монархия. То есть вот горожане не верили в своих депутатов, не верили в то, что можно, даже после либеральных реформ Александра II, то, что они могут своими силами сделать жизнь свою, своих детей и внуков лучше. То есть вот была вера, так сказать, на царя, на Бога и, соответственно, военного губернатора. Но, естественно, после революции, так сказать, все, так сказать, с ног на голову. Я имею в виду структурно произошло. То есть вот городское самоуправление изменилось. Однопартийная система превратила Николаевский совет, городской совет, сделала проводником решений всех партийных пленумов.